Ну, можно лечиться напротив генов, если 100% ман в чейзе. У нас игра вся, все. Да, 11. Майн. Час карап. 11 карапчено. У нас 11 майн карап, получается, если в центре нет. Я стою на двух. Все. Да, веди его в карап в ту зону. Блин. Я сяду на ХГ на бревна. А мне инфа была. Центр вверх. Выбегаешь? Ну. Но... Ладно, я на сейве буду. Сейчас дам инфу по падику. Падик мейн. Я не стала тебе скину давать, думаю, что ты как-то вокруг мейна пойдешь. Уже блять дальше. Куда он? Я пока тебя не буду снимать, скажите, когда у вас чейз будет. Он закрыл на верхнем центре, я хит получаю. Я снимаю. Я в тэшку с ним побегу, с легибкостью оттуда перетяну спокойно. Пойдем на двойку. Нет, тут не будем хилиться, он сейф. Он дал хит, ты сбросил. Тут. Я сажусь обратно. Алина, на верхний центр на ХГ, пожалуйста. Я на часу сейчас. У меня почти 90 на 5. Мне почти 90 на верхнем центре. Ман за мной. Маслукарю. Плохо. У нас некому из падика спасать. Я найду сейф. Тебе надо с маслукарю. Я через хит разыграю. У тебя два есть, девочка. Если что, у него ранкор как бы. Наверное, вы все знаете. Ты уйдешь с мэйна? Ман меня вроде бы бросил. Нет, не бросил. Майн не закрыл. Но я через хит буду. А мне сложно будет одной снять. Я очень сильно рискую. Ну, главное, ты выходи, успей. Маслкара нету, если что. Могу себе надать. Меня берет. На 6 приходи, здесь захилимся, здесь очень балансные пятаки. Да. Мы разбежимся всегда. Бежишь прям. Не знаю, где мам. Меня Джейкс нет. Да, он умирает, я на 6 ухожу с геном. Прохиль перед окном, пожалуйста. Скорее всего, сейчас прям сюда придет. Скорее всего.